телевизионный канал «Реальность ТВ». Доброе утро! Доброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня я вновь выхожу в эфир и продолжаю трансляцию своего телевизионного интернет-канала «Реальность ТВ». Прошлые выпуски вызвали немало комментариев, советов и добрых пожеланий в адрес канала, за что я вас всех благодарю. Кроме того, я хочу добавить, что были несколько откровенно грубых комментариев, которые я сразу же удалил и предупреждаю на будущее. Все неуважительные, грубые, антисемитские комментарии я буду немедленно удалять. Сегодняшний свой эфир я озаглавил так: «Делай, что можешь, а будь, что будет». Это название напрямую касается моего интернет-канала. Поскольку я его делаю только для души, и у меня нет никаких коммерческих ожиданий от этого канала, я делаю то, что могу, то, что люблю, и безумно счастлив вниманию со стороны друзей, коллег и подписчиков. Вот уже больше 10 лет у меня есть свой YouTube-канал, в котором я представляю свои музыкальные композиции, стихи, представляю отчеты о различных концертах, о встречах с друзьями. Однажды на своем YouTube-канале я представил мою музыкальную композицию «Изречение еврейских мудрецов». В этом ролике под мою музыку в еврейском фольклорном стиле появляются эти изречения. Эта композиция набрала наибольшее количество просмотров на моем YouTube-канале. И потому сегодня я вспомнил об этом и решил вновь вам ее представить. Thank you.
Сегодня также в своем эфире я хочу проанализировать некоторые интернет-каналы, которые часто мне встречаются в YouTube. Этот кореец имеет миллионные просмотры и миллионы подписчиков. На всех его роликах он представляет только поедание пищи, причем делает это отвратительно, торопливо запихивая еду в рот, издавая дикие стоны. Горная деревня в Азербайджане. На фоне сказочных горных ландшафтов, Лезгин, житель горной деревни, готовит разнообразные блюда национальной кухни, чем привлекает десятки миллионов подписчиков. Есть также канал, который называется «Шедевры классической музыки», и он имеет многомиллионные просмотры и многомиллионов подписчиков. И это, безусловно, вселяет оптимизм в светлое будущее. Ну вот. На этой оптимистической ноте выпуску конец, а кто посмотрит, молодец.